Вот, друзья, мы снова дошли до точки. Ну и никак не дает нам медведь найти ее. Поэтому, наверное, придется его убить. Вот только как это сделать? Он здесь постоянно тусуется, блин. Не дает ничего сделать. Попробовать его вот с этого камня. Начать лупить в башку. Ну, он постоянно здесь ходит, не знаю. Да он заберется, мне кажется. Запросто. Но если он заберется, то я вот в этом камушке сделал себе дырочку, где можно спрятаться от него. Ну вот я не вижу, где же устанавливается этот прибор-локатор. Это наша крайняя точка, которую мы должны просканировать. Я не могу ее обнаружить. Она где-то подальше, чем я нахожусь. Эти две сканированы. Осталось вот это. Но оно такое ощущение, что вот... Вон она, на этом камне. Да, я ее увидел. Теперь надо как-то обмануть Мишку нашего. Даже не обмануть, а убить его надо, блин. Он надоел вообще. Не дает ничего сделать. Сейчас попробуем, если он уйдет, прокрадемся до этой точки. Но там разъяренные животные по-любому будут еще. По-любому это будут какие-нибудь страшные разъяренные животные. А медведь, блин, уходить не собирается нифига. Ладно, сейчас подождем, посмотрим, что дальше будет. Блин, короче, как я... А, он увидел убитую добычу. Я думал, как я начинаю приближаться, он бежит за мной. Зря убил эту серну, он там сейчас пожрать собрался, блин. Если ему вот отсюда шот в башку дать и потом резко убежать в камень, навряд ли это получится, блин. И он еще лег там. Да, ё-моё. Давайте заглянем в наше снаряжение. У нас тут с водой, блин, хреново все. Может быть, там у нас... Ага. Туда дойти непросто, блин. В принципе... Фляга, фляга. Так, а у меня что за лук? У меня лук-то говно. Давайте поставим этот... А где же фляжки-то с водичкой? Там остались. Если наестся, но я думаю, свалит. Только валит он не туда, куда мне нужно. Попробовать вот так обойти, залезть на эту точку. Надеюсь, он здесь один. О, а здесь, блин. Урга. Нежная причем. Тут еще волки мы обосновались. Так, как нам забраться? Блин, уязвимость вообще прям. Она меня дамажит. Буря. Она сейчас кончится, слава богу. Я думаю, вот здесь мы сможем запрыгивать. Посмотрим, где медведь. Тут из-за этой бури нифига не видать. Но это должен быть он.
Попробуем залазить на вершину. Ну, походу, залезть можно вот с той стороны. А он сейчас туда попрется. Да, блин, еще подвисает. Да, дедагетс. Вот это вот метель бы кончилась еще. Было бы вообще ништяк. Главное не свалиться мне отсюда. Переломаю я себе все ноги. Опа. Все-таки есть возможность у нас забраться. Еле-еле кое-как. Ну давай. Блин, мне страшно упасть. Отлично. Все, ставим наш локатор, блин. Долбан. Надеюсь, до нас никто здесь не доберется. Будем наготове, если что, рубить в башку копьем. Этот, слава богу, уходит. Ну и разъяренных животных пока не видать. Но еще не вечер-то. Вот они. Ты в горячей зоне, так вот совет. Убивай все, что движется. А что движется? А движется вон что-то. И они меня видят. Кто это, блин? Это снежный барс. И медведь увидал. А медведь забраться может? Нет. Слава богу, но они не могут залезть. Главное, чтобы у меня хватило, блин, патронов. Блин, башку бы показал. Опа, 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 опа. Ты давай, Миша, 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 тормозни. Отлично. Я надеюсь, смогу убить. Он не залезет. Чуть-чуть. Еще разок. Предмет сломался. Вот это вот фигово, блин. Вот это вот не надо было делать. Ладно, попробуем простым. Вот. Этот намного меньше сносит. Ну давай, сдохни уже. Козлина. Так, с одним справились. Теперь снежный барс. Я не знаю, как к нему подобраться. Он, блин. А сканирование не идет, да, пока? Окей. Okay. Вот так запустим. Activated. Можем мы от него уйти? Воды уже мало, блин, становится. И этот, как медведь, не собирается забираться. Так, заберите станцию. Well, все, мы выполнили задание, это хорошо. Sure looks like it from here. У нас остался только снежный барс, блин, который хочет нашей крови. Блин, если мы... Вот. Черт, чуть не упал, блин. Так, снежный барс, походу, потерял нас из вида.
И уходит, да? Давайте шот ему дадим в ташку. Эх, промазал. Ну ладно. Сейчас еще раз прячемся. Он добраться не сможет, похоже. Все, потерял опять. Давай, выходи. Подлый трус. Ну ладно, опять увидел. Короче, надо от него валить. Мы скрылись. И нам надо на корабль. Через снежную тундру мы опять не пойдем на корабль. Ну его нафиг. Я до него не доберусь. Я по-быстрому оббегу вот эту гору, и мы улетим. Давайте встретимся уже, наверное, на корабле. Ну или посмотрите, как я спускаюсь, блин, сломав себе все конечности. Так и знал это случится. Здесь еще и гроза такая хорошая. Давай по-тихому. Гроза вообще неплохая. Надвигается. Может, у нас здесь будет ресурсы, чтобы, блин, сделать какой-нибудь, например. Так, чтобы сделать нам костыль это, блин, что нам нужно тут? Что нам нужно? Дерево, веревки. Но у нас нет веревок. Палок на лаву. А веревок я еще и подумал. Взять ли веревочек? Нифига. Ладно, валим отсюда. С поломанной ногой. Но живые. Погнали до корабля. Ну, друзья, добрались мы до кораблей. Пора свалить. Так, это мой. Это твой корабль, написано. Экзотики опять нифига нет. Но фиг с ним. Мы отправляемся. После возвращения на станцию ваше посещение участка будет зафиксировано. Вы потеряете все предметы, которые... У вас с собой награда будет рассчитана, когда участок покинут все. Вернуться на участок нельзя. Точно хотите уйти? Да. Погнали отсюда.
Ну и так как у меня зайдя еще все еще на участке, мы тут получили много всяких вытек. Еще, надеюсь, много получим. 225 рублей в кармане. На сегодня все, ребят. Всем пока. До новых изысканий. Посмотрим там, что можем сделать дальше.